В Новосибирске стражи правопорядка задержали участников вооруженной группы. Банда из 8 человек совершала нападение на лиц, занимающихся коммерческой деятельностью. В ходе предварительного следствия установлено, что в сентябре 2012 года двое ранее знакомых жителей города Новосибирска создали устойчивую вооруженную группу, банду, с целью совершения умышленных, тяжких и особо тяжких преступлений в отношении граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью на Хилопском и Левобережном рынках города Новосибирска. В состав банды входило 8 жителей города Новосибирска в возрасте от 20 до 29 лет. Жертвой преступления стал финансовый директор одной из коммерческих организаций Новосибирска. На женщину, которая привезла в банк свыше 2 миллионов рублей, банда совершила нападение в Кировском районе. Случайный прохожий, который пытался помочь пострадавшей, получил огнестрельное ранение в голову и чудом остался жив. Изъято 2 обреза, 2 пистолета, охотничье ружье и учебная граната F1. Сотрудниками полиции установлено, что при подборе участников банды предпочтение отдавалось любителям борьбы и лицам, ранее судимым. Задержанным предъявлено обвинение в совершении 15 преступлений.